История давняя. Началась она, наверное, в 98 году, когда мы создали общественную организацию «Алтайский краевой общественный фонд, молодежный фонд Алтая». Однажды мы выиграли грант на проведение серии семинаров, которые должны были как раз обучать, как открывать детские сады. Как раз был конкурс по поддержке проектов, ориентированных на открытие частных детских садов. Мы подали заявку на этот конкурс и стали счастливыми обладателями грантов – целых 715 тысяч. Изначально была идея вообще работать с лидерами и воспитывать лидеров. Да, вот мы возьмем ребятишек и сделаем из них лидеров, такие, какие мы сами. Все, потом постепенно к реалиям нас пустили, вдруг начало все резко на рынке меняться. Начали много муниципальных садиков, хороших муниципальных садиков в городе вводить. И нам пришлось перепрофилироваться, мы ушли больше в ясеночный формат. Частный детский сад, он имеет такую волнообразную историю развития. Да, как только у нас детей наполняемость достаточно, у нас вообще всего 18 мест, у нас такой камерный детский сад. Тогда, да, он может что-то приносить. Два раза в год происходит распределение по очередям в муниципальные детские сады. И это гарантированно, что кто-то от нас уходит, и последний раз сразу 8 ребятишек ушло, и, соответственно, тогда в этот период детский сад падает либо в маленький минус, либо в ноль, и опять начинается тяжелый период восстановления, когда мы набираем, приглашаем новых ребятишек. Ну, как только объявили то, что пора закрываться, мы сразу закрылись, да. Ну, мы у родителей опрос провели, хочет ли кто-нибудь, чтобы мы там дежурную группу сделали или еще как-то. Поскольку потребности такой большой не было, все родители и сами сели дома на карантин. Каждый день простоя, он несет определенные убытки. Мы, естественно, постарались минимизировать, посмотрели, как это все сделать, но убытки есть. Тут выживаем только за счет того, что я в другом бизнесе могу зарабатывать. У меня нет проблем с запуском нового бизнеса, я вообще специализируюсь на стартапах. У меня больше 25 проектов уже, в принципе, было запущено. Такси было, и служба доставки обедов была, и успешная. В каждой конкретной истории вот те стартапы, которые были, они запускались с конкретными целями. Какие-то на конкретный период времени, какие-то создавались для того, чтобы их продать, и такие истории тоже были. Ну, а какие-то для души. Меня всегда удивляются те, кто приходит на тренинги, когда я вдруг начинаю рассказывать, что вот был такой-то бизнес, мне пришлось его обанкротить и пришлось его закрыть с убытками, да, там, в минус, там, несколько миллионов. И люди удивляются, как? Зачем ты это делал? Ты так смело об этом рассказываешь. Ты знаешь, где соломку подстелить? Ты знаешь, на что теперь обращать внимание, чтобы не повторить это? А если у тебя не было этого опыта, то ты можешь споткнуться там, где думал, что будет все ровно. У нас такая позиция, что мы не говорим о каких-то проблемах и трудностях. Мы видим, что надо что-то менять, мы ставим задачу. Как знаете, это же, ну вот, она крылатая фраза, или может быть уже как штамп какой-то, да, то, что у нас нет проблем, у нас есть задачи. Мы не говорим эту фразу, мы просто так действуем. Продвигать бизнес, который, ну вот такой социально ориентированный, который все-таки на решение серьезной социальной проблемы, мы изначально вот так его позиционировали. Ну, нас как-то это греет, что мы делаем что-то хорошее. Все говорят, да у вас и так хорошо, а мы хотим еще лучше.